страшные скидки. Всем привет! За окном все холоднее, и если вы привыкли мыть голову утром перед выходом на работу, вам не обойтись без фена для волос. Всевозможные сайты предлагают фены по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Давайте разберемся, в чем отличие профессионального фена для волос от бытового. Бытовой фен предназначен для домашнего использования. Пользоваться им в семье могут 1-2 человека 3-5 раз в неделю по 20-30 минут. Его корпус обычно сделан из облегченного термоустойкого пластика. Внутри установлен простой мотор. Шнур не превышает 2,5 метров. Добавлена функция ионизации волос. Все нацелено на снижение себестоимости продукта и массовые продажи. Зачастую на фенах присутствует надпись «Профессионал», но это обычно маркетинговые хитрости и уловки. Настоящий профессиональный фен стоит недешево, поскольку может работать по несколько часов ежедневно, что в быту не нужно. На сайте Wildberries фен для волос сейчас можно купить со скидкой за 2120 рублей. Его прежняя цена 4000. Фен профессиональный, компактный, сверхмощный двигатель, защита от перегрева. Три скорости и система нагрева, кнопка холодного потока, защита волос, система ионизации. Шнур почти 2 метра, система от перегрева не даст пересушить ваши волосы. На сайте Озон фен для волос сейчас предлагают за 2722 рубля. Фен оборудован мощным двигателем. Благодаря тщательно продуманной эргономике эта модель отлично лежит в руке. А кнопки управления расположены таким образом, чтобы вы быстро могли найти нужную. Регулируйте скорость и температуру воздушного потока так, как вам нужно. Зафиксировать укладку можно благодаря функции «Холодный обдув». На обратной части корпуса находится защитная решетка. Она съемная, поэтому в любой момент вы можете очистить корпус от попавших внутрь волос и пыли, чтобы уменьшить нагрузку на мотор. Для удобного хранения фена предусмотрена петля для подвешивания. Диффузор для волос идет в комплекте. На сайте Яндекс.Маркет фен для волос предлагают со скидкой в 61% за 4299 рублей. Аппарат с функцией быстрой сушки обеспечивает профессиональный уход за волосами любой длины и густоты. Электронная кнопочная панель управления позволяет подобрать параметры нагрева и скорости обдува, подходящие типу пряди и способу укладки. В комплекте 7 магнитных насадок для придания объема прически, создания небрежных локонов и получения узкого или объемного воздушного потока. Мотор расположен в рукояди устройства, что способствует комфортной эксплуатации. Функция ионизации обладает антистатическим действием и придает волосам блеск и мягкость. Для закрепления полученного результата необходимо быстро остудить локоны при помощи холодного воздуха. Сетевой шнур длиной 2 метра и небольшой вес обеспечивают свободу движений. На сайте DNS фен для волос DEX продают за 899 рублей. Шнур длиной почти 2 метра. Есть подача холодного воздуха. Мощность 2000 Вт. Есть защита от перегрева. В комплект входит насадка-концентратор и петля для подвешивания. На сайте CityLink фен для волос сейчас предлагают за 1690 рублей. Легкий, удобный в использовании и безопасный в эксплуатации. Отличается эргономичностью, прочностью термостойкого пластикового корпуса черного цвета, выполненного в современном дизайне. Турмалиновый ионизатор, предусмотренный конструкцией, снимает статическое электричество, облегчает расчесывание волос и сохраняет их природную влагу. Устройство работает на 2 скоростях и 3 температурных режимах, что обеспечивает индивидуальный подход при проведении различных операций с учетом типа и состояние волос. Наличие насадки концентратора делает уход за волосами более эффективным, так как воздушный поток направлен на нужный участок. Тены, находящиеся в фене, нагревают проходящий через него воздух. Если представить их визуально, это скрученная в спираль проволока, через которую проходит ток, благодаря которому она и нагревается. Установлены они на специальной рамке. От их толщины, длины и количества зависит внешний вид и мощность инструмента. Длинные тены делают сопло инструмента вытянутым. Фен становится мощнее и тяжелее. Толстые или короткие тены, фен будет иметь короткое сопло или бочкообразную форму, а инструмент будет меньшей мощности и легче. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.